Так, идем дальше. Смотрите, здесь кобальт. Я обалдею вот от этой лампы. И здесь сервиз также кобальтовый с накладными эмалями. Очень перегородчатая эмаль, очень такая выпуклая. Вот эти цветы выпуклые, а уже золото, роспись, менее выпуклая, но роскошество. Комплект стоит 120 тысяч, этот достойнейший. Большие вазы, высота, наверное, 50, ну, 60 есть. И кашпо. Также еще выбор, это Европа, а вот это, по-моему, Кузнецов. Там еще варианты есть. Ой, какие тоже кашпо. Старый Париж с ангелами. Тоже прекрасная парочка. Это у нас тоже перегородчатая эмаль, фарфор, вставочка, медальон. Серебро. Угу. Обалденный. Обалденный. Так, а это, посмотрите, чудо какое. Батарейки, пожалуйста. Фужеры. Фужеры это все-таки, наверное, да, вот такой высоты. Просто форма необычная, непривычная. Здесь вазы также. Двойное стекло. Вау, еще роскошь. А графин какой интересный, с серебром. Сплошной эксклюзив, сплошной эксклюзив. Это я вам сахарничку здесь снимал вчера. Так, развернемся еще сюда. Всякая разная мелочевка. Посмотрите, какие собачки милые сидят. Вау, там что-то с золотом, все золотом заработано, заделан башмачок, какой интересный лимош. Да, лимош. Вот тоже чудеса. С крышечкой забавно. Вот эти красотки, зеленые, синие, желтенькие есть. Тоже старый Париж. Это сразу читается по характеру дизайна и самого фарфора. Графинчик милашистый, Капо ди Монте, кувшин и стаканы. Это, по-моему, ящерки, да, ручки ящерки. Смотрите, сервиз, и вот еще один сервиз. Чудеснейший. Зеркальце серебро. Зонтик старенький лежит. Вот с какой ручкой, интересно. Но это не камень, это пластик, к сожалению. А в целом-то вещица прикольная. Тоже комплект. Комплект с подносом. Чашечка вот такая замечательная. Антиквариат. Подзапылился товарчик, но он прекрасный. Ух ты, ух ты, ух ты. Ну вот это, скорее всего, не клеймо, это клеймо, наверное, закрашено. Или что это? Интересно. Яблочко. Не до Apple. Какой-то не до Apple. Здесь еще у нас есть интересные. А тут вообще роскошь. Эмали. Ручная работа. Не знаю, 1120, наверное, стоит эта тарелка. Чудо. Просто какое-то чудо. Сюжет просто замечательный. Феи. Это даже не девушки, это феи.
скорее всего. А цветы, какая работа. Обалдеть, я просто... Такая нежность, такая... Ой, изящество такое. Я передать не могу, это нужно вживую видеть эти предметы. Не знаю, что еще можно найти краше, чем этот чайник. Я не знаю. Это какое-то чудо. Чашечки давайте полюбуемся. Обалдеть. Господи, какая красота. И это тройки. Это все-таки троечки. Вау, у меня нет слов. Кажется, что уже все видел, но такого не встречал. А это уже воскресенье, снова вернисаж. И снова идем за находками. Сегодня теплее. Ну как теплее? Так же, наверное, только ветра нет. Более спокойная, приятная погодка. Сервиз дулевский. Я не встречал такой расцветки до селя. Приятная действительно, да, расцветочка? Так, и смотрите, вот такие. Вот такие есть две пары. Прекраснейшие. Тончайшие. Пендриет, клеймо середины 19 века. Угу. Маленький скол есть. На одной прям массик. Вот здесь побольше. Угу. Да, массиску видел. 1,3, другая 2500. Будет садник подать. А это у нас антикварная брошь. Латунные, вы видите, по застежке видно, что антикварно в латунной основе, и ручные росписи там, и слабенько видно, но там есть подпись автора. Замечательная вещица. Тарелочка английская с подвесом. Охота на лис. Ну, симпатичная вообще. И не маленькая, большая. Забираю эти два плафончика старенькие. На лампочку одевается. В общем, это начало рынка, так скажем. Немного жиденько. Вы видите, поставили везде эти киосочки. Они пока все закрыты. Наверное, их выкупать нужно. Черепицу там даже постелили. А далее уже все активно, рынок уже глубже, чем глубже, тем больше, как говорится. Веселенькие дизайны, видите? А еще глянулось яйцо, хрусталь. Но музыка, придется отключиться. Картину вам хотел показать, эту она не маленькая, большая, красивая рама. Есть трещины, но как по-другому. Все живет своей жизнью и появляются трещины даже в музейных экспонатах. Вот, значит, блокадный Ленинград, наверное, да, это такая картина, интересный сюжет. Голландия. А это чайник такой в форме утюга. Каждый раз все чудесатей и чудесатей предметы. Приветствую вас. Какие-то полотна лежат скрученные. Красивая девушка. Янтарь. Целый стол янтаря. Нашел здесь очень хорошую баночку с ручными росписями. Посеребрение. Там, правда, оно... проржавело все, надо будет обрабатывать каким-то образом. Но ценник так, не маленький, небольшой. Хотя вещи, конечно, эксклюзивная. Можно сказать, что это не можно, это стопроцентный антиквариат. Угу.
конечно, аппетитная, аппетитная штуковина. Вот, кстати, красивые. Кстати, красивые. Но он весь раздолбанный, помятый. Рыбки здесь, видите? Интересно. Шатается. В общем, надежные руки надо. Плафончики, все это восстановить. Но в целом интересно на таком медальоне. И здесь все резное. Даже жалко такие предметы, что они чем-то придавлено было. Ну, выходит из строя. Из-за неаккуратного отношения. Так, а здесь, видите, здесь все густенько. Это вот начало балконов. Вот они налево, туда, и еще поворот туда. Рынок, конечно, огромный. Некоторые даже не знают, что он продолжается дальше. Думают, что он в том начале своем и заканчивается. И не доходит. Вот вчера написала одна из зрительниц, что не нашла ни Асю, ни Артура. Хотя они, можно сказать, в самом начале. Ася с Артуром. Здесь много чашечек кофейных. Баночка какая интересная. Друзья, смотрите, какой набор здесь для белошвейки. Очень старенький. Шкатулочка с зеркалом. И, значит, здесь что тут, в общем... Наперсток, спарыватель. Вот это, наверное, ножичек, не знаю. Шило. Такое шило эдакое. Это подушечки, скорее всего, наверное. Для мелочевки там нижняя часть. Вот это тоже поднимается, и там шкатулочка. И это посеребрение, по-моему. По-моему, посеребрение. А, это что есть шитья. Угу, да, открывается для иголочек как раз. Некоторые ко мне подводят. А, мы уже на YouTube видели вас. Ребятки, смотрите, какую вещицу нашел здесь. Соломка. Антикварная. Германия. Необычно. По-моему, костяной фарфор. Прозрачная она, видите, прозрачная. Нет, она сделана вообще интересная. Но антиквариат. 100%. Может быть, и дороже. Забавно. И, ребятки, красивые здесь статуэтки стоят. Вчера были подсвечники, еще я их не снял, к сожалению, но их уже купили. А вот парочка стоят, девочка и мальчик, и есть вот такая мама-дитя. А это светильник такой. Какая красота, посмотрите. Вечерело, я стояла у ворот. Хутор какой-то, наверное, да? Деревенька. Очень красиво. Так, передано все. Обалденно. Ну, ночь, скорее всего, ночь. А рама какая. Вот, кстати... Не часто встретите вот люстру с двойным стеклом. И подвески у нас здесь, значит, листочки хрусталя. Вау. Если мы иногда с вами встречаем там бокалы, встречаем с вами, что, вазоны, тарелку. Вот недавно видели, да, пару тарелок с таким двойным стеклом, ручной росписи, кстати. То люстра встречается редко, но ценник, конечно, приличный. До 100 тысяч такие люстры. В общем, да. Кто лягушек у нас кто-то любил? Здесь, видите, кувшин. На кувшин. Не, его хорошо видно. У него же круговая роспись. А, круг вокруг, ага. Лягушки там вокруг пошли. Нет, не нужно, не доставайте, не доставайте. Мы и так посмотрели. Угу. Угу. Тоже золото. А чей он, кстати? Это Алфазе. О, Алфазе. Алфазе. От старый Алфазе. Вот а какие годы примерно? Стали? Я думаю, 70-е. Угу. 70-е, может быть, 80-е. Но... Интересно, интересно. Да, кувшинки. Его нигде, он и не встречается. А, наверное, еще и бокальчики терраса. Когда-то были, да? Вот я не знаю, что скорее это такое всего. Было. Угу. Здесь
здесь вот такие еще друзья висят, забавные. Да, это как, что, елочные? Как елочные игрушки, да. А чье? Это тоже Ленинград делал, заказ был. Чудесный. Вот этот малыш хороший. Динозаврики. Здесь статуэток вообще не перечесть, видите, сколько. Кстати, правильно, что вот так вот сеточка висит, потому что руки тянут, а вещи мелкие утянут кто-то, и даже не заметишь, что какой-то предмет ушел с полки, как говорится. Отличная тарелка, 60 тысяч продавец за нее просит. Вроде бы говорит Корнилов, то есть наша. А это боксер. Что говоришь? Ручные росписи и рисы. 58-й год. Да, ценник такой. Вкусный. С коврами все завешено. Солнышко выглянулось. Я сегодня чего-то оделся тепло, а на самом деле, ну как бы да. Вот от того, что ветер вчера был ветрено, думаю, надо. Сегодня, видите, здесь нет продавцов, а вчера они здесь были. Думаю, ну, шея мерзнет и все такое. А сегодня гораздо теплее. Ну ладно, уютней. Уютней гулять. Ага, сейчас мы вот сюда зайдем. В красоту. В самую красоту. Здесь много всего интересного. Кресла эти так и стоят замечательные. Столик. Здравствуйте. Что-то тут запах какой-то стоит, как будто кошки нагадили. Ой, что-то прям сильный такой запах, что-то неприятный какой-то. Не знаю, отсюда, оттуда, тут же много откуда может быть, но что-то какой-то неприятный запах стоит. Вот статуэтка роскошная. Так, и вот это тоже роскошественная. Вау. Это что-то очень старенькое. Ой, а пуделек какое, серебро или посеребрение. Металл на... Вернее, посеребренный металл, да. На мраморе, хотел сказать. Милая антикварная витринка. Там побольше, тут поменьше, бархатом обтянутая. Кстати, шкаф какой замечательный, с рыбками, видите? С рыбочками. А люстрон какой. Вау. Часики. Вот эти шикарные часы. Ключ есть, есть маятник. Шпиатр роскошный. Вау. И девушка с парнем тоже замечательная. А это у нас статуя в лучах заката. Шикарно, шикарно. Шевелящаяся. Зонтник огромный, латунный. Смотрите, какой красивый. 40 тысяч за него просят. Ну, он и красивый, конечно, достойный. Квартира должна быть достаточно большая, чтобы его поставить, потому что он крупный. Очень крупный зольничек. Интересная вешалка. Или что это? Просто полка. С камешками. Чудо чудное. Интересные здесь варианты чашечек. Молочных, во-первых, интересные. Это у нас вербилочки, вербилки. Тройка, кобальт с россыпью золота. Вот такого интересного, необычного. Вот эта чашка с блюдцем. Прикольные, розовые. Уходит в сиреневый цвет. И, значит, это тоже вербилочки, березы. Комплект, большой бокал. Кувшин. Кувшин. Как говорится, не обращаем внимания на маты. Мы находимся среди людей, поэтому занимаемся своим делом и идем дальше. Ну, конечно, какой сдулся стоит, он резиновый. Или кто это? Пони?
забавный. А это что-то новодельное. Как говорится, не суй свой нос, куда попало. Чему учили нас с детства, да? В детстве. Часто слышали такое в детстве своем? Не суй свой нос, куда попало. Ой, как правда потеплело, как хорошо. А я все с пуховиком не расстанусь. Нет, я пальто уже носил, одевал его, но в итоге все равно возвращаешься к пуховику, потому что кажется, что здесь, именно здесь, дует и холодно. Знаете, еще, когда зимой ходил и намерзся тут, и кажется, что до сих пор холодно, поэтому лучше предостеречься. Вот тоже баночки антикварные с ручными росписями и посеребрением. Эти два варианта. И замечательный чайник с орлом. Саш, давай пополам. А, и сахарница есть к чайнику. Да. Досточка. Как у меня продается. Рисунок немножко другой, подстертый. А в целом такая же. Так, идем дальше. Вот эти шкатулочки тоже популярны. В двух вариантах здесь они. Черепашка тоже шкатулка. Так, ух ты, ваза-то неплохая. А, она кокнутая, как жалко. Кстати, вот там я вчера еще видел. Помните магазин, в который мы с вами ходили, в подвале на Кристалле? Винтаж, винтажный. Вот, все сделано в СССР, они раньше были там вместе, потом разъехались. Так вот это вот, как раз вот эти, вот то, что набито здесь, чашки, плошки, и это же магазин в Кристалл как раз съехал, а это их украшение было, дизайн этого магазина, прямо на здании. Так вот, они, по-моему, съехали, как я слышал. А их витринка вот это продается уже здесь. Забавный факт. Кто бы знал, что мы это здесь сможем увидеть. Ух, какая гора игрушек. Ценник не знаю. Так, ребятки, смотрите, здесь какая парочка стоит. Прекрасная. Хорошенькие, молятся, стоят. Стоят на коленочках. Так, я все глазею на вот эту пару золотую. Все глазею на нее и глазею. Здесь еще есть варианты. Вот это также нравится. Парочка здесь, рога изобилия. Кувшин я как-то вам показывал, давайте еще раз посмотрим, потому что он невероятный, 19 век, 50 тысяч за него хотят. Вау, кувшин вау, он высокий. Ну как, не очень, сантиметров 20, наверное, 25 вместе с ручкой. Вот такие товарищи своеобразные появились, горбунные. Кстати, не встречал таких. Ой. Ни таких не встречал никогда. Ох. Ладно, что, идем дальше. Нагляделись на красоту. Сундучок. Вот с таким интересным верхом. Какая чудная статуэтка. Интересно. Дамочка. Уж очень модная шляпка какая у нее. Руки, брюки, а карманы где расположены? Чудесная, чудесная статуэтка необычная. А, у нее клееная голова. Ну какая же красивая, ребятки. Как красиво выработали все это. Чудо. А, это собака с посеребрением, насколько я понимаю. Вау. Слушайте, да это эксклюзив собака, это не просто собака. Это 100% эксклюзив. Не знаю, что за фирма
руки у меня заняты, не могу взять. Вау. Какая-то прям магия в этом собачонке. Так, ладно, идем дальше. Серебришко. Ткани. Одинокий дедушка на фотографии. Это, наверное, под конфеты такая прекрасная вещица. Тоже серебро. Пути, различные вазы. Вау, красивая, красивая. Салонка там, салончик. Какая фигурка замечательная, посмотрите. А у нее печная трещина на шее, но она все равно замечательная девочка. И здесь еще одна красотка, красотулька лежит. Авторская. Ну я думаю, пятачок, да? А это, наверное, серебро. Я думаю, да. Забежал к Асе, взял два веера красивых. У нее здесь появился подсвечник на столе. Мрамор, да? По-моему, мрамор. Ну, как камень какой-то, по-моему, мрамор. И канделябр, да, вот он высокий, с висюльками, с подсвечниками. Роскошный завершение. Это гаситель, то есть он подходит ко всем отверстиям и гасит свечу. В общем, вот такая прелесть, прелестнейшая. Там Ася, он показывает. Да, сейчас мы... Вчера я вам снимал. Вот здесь добавилась такая рука. Интересно, мы сейчас размышляли. Обычно же на эту руку вешают украшения. Но эта рука, вот я первый раз вижу, и Ася тоже говорит, первый раз вижу, с отверстием. Она говорит, это, наверное, подсвечник. Я говорю, а мне кажется, что это вазочка. И мы вот нашли цветочек, вставили, действительно очень красиво. И уже после можно действительно пользоваться как для украшений. Так, вот этого блюда я не видел. Вчера его не было. И, по-моему, этой вазы тоже не было. Вот это, это да? Ой, нежность очень какая. Угу. Сейчас я их поставлю где-нибудь. Да. Вот клеймо. Роскошное. Франция лимуш. Лимуш. Угу. Вау. Зимний. Здесь зимний. Нет, да, зима. Нет, зеленые вроде бы деревья. Зеленые. Кусты. Крыши белые, почему я говорю? Ну, да, нет. Там вода. Ну, там же теплые эти зимы. То есть и зелень есть, и снега бывают. Очень красивый край какой, посмотрите, роскошный. Это под ликер, да, наверное? Да. Ну, похоже на ликерные маленькие. Угу. Ой, пробочка непонятная. Не-не, она прямо туда. Плотно. А, да. Зимочки. Кленовый лист, кленовый лист. Ну, может, он не кленовый, но песня хорошая. Молочник есть, сахарница, вы видите, там глубоко стоит. И кофейник. Да, и я вчера мельком... Лебедей? Ага, сейчас покажу. Мельком, но, кстати, вчера оно пришло, кресло. Я думала, оно раньше, а потом я услышал, что... Я его конкретно не снимал, я в нем снимал... Вот эту вазу, рожки, три рога. Да, да, да. Да, вот, ваза или что это, кашпо, или ваза-менажница лебеди. Это вы все правильно видите, розовый, не от этих розовый оттенок, а действительно здесь розовый есть, идет градиент такой. Крылышки розовые и на шейках там розовые. Сейчас я тебе дорогой поднос. Вот тоже интересная вещица, старенькая, ручки какие необычные. Здесь надо дорогой. Здесь самовар будем настоять. Самовар? Надо почистить. Наверное. Края, посмотрите, красивые.
орнамент есть. Такой. Старый. Инициалы есть. А, есть, да? Угу. Помимо. В общем, не будем переворачивать, но очень большой. Да. По золоте. Слушай, инициалы, правда. Друзья, мы с вами должны разыграть овечку. Овечку в цветах. И, кстати, по молочнику не отозвалась у нас барышня Елена. Ее зовут. Комментарий в прошлом видео. Я, в общем, уже сейчас не помню. Елена, по молочнику, пересмотрите, отзовитесь. Или будем заново переигрывать. Так, сейчас по овечке. По овечке. Мне нужно нажать на случайный выбор. Кто у нас получит овечку. Овечка небывалой красоты, и ей понравятся цветы. Букет душистых цветов и праздничный обед готов. Это у нас такой забавный комментарий, кто написал. Очень даже интересно. Я, кстати, помню его, этот комментарий. Много было забавных комментариев, поэтому приятный выбор машины, агрегата, что там выбирает. Так, Джек Дэй, да? Вот у нас Джек Дэй победитель. Попрошу вас отозваться. А следующий у нас розыгрыш. Вот такой постоянно забываю это название. Серокарамская фабрика, что ли. В общем, это солонка, либо солонка и перечница, либо солонка и горчичница, как будет угодно вам. Значит, под этим видео нужно написать комментарий. Посуда. То есть со словом посуда. Жду интересных ваших стихов и не только. И не забудьте овечку забрать, не забудьте молочник забрать. Джек Дэй, вот у нас открылись глаза даже, какие-то глаза красивые, девушка, по всей видимости, там Джек Дэй. В общем, овечка ваша, поздравляю. И здесь пишите комментарии со словом посуда. Все, до новых встреч, с вами был ваш Иван Ремиков. Пока-пока. Земля становится родней, и сердцам понять друг друга проще. Ты мне душу тронул, соловей, маленький волшебник белой рощи. И совсем не ведая о том, ты напел заветное мне что-то. Эту песнь да записать пером, что от журавлиного полета.